Милые дамы, от имени всех мужчин города поздравляю вас с Международным женским днем. Весна – это время надежд, обновления и гармонии. И, конечно, в эти дни нам, мужчинам, хочется еще раз сказать, насколько вы для нас важны, насколько неповторима ваша красота. Каждая женщина – это уникальное созвездие талантов. Она – хранительница домашнего очага, жена, сестра, мать. На хрупких женских плечах лежит забота о подрастающем поколении. Именно от вас зависит благополучие наших детей. Благодаря вам они вырастают здоровыми, счастливыми и успешными людьми. Дорогие наши сочинки, в последнее время многое сделано для улучшения социальной инфраструктуры. И эта работа будет продолжена. Новые детсады, школы и даже новый перинатальный центр – это перспектива ближайшего времени. И все это мы делаем для вас и ради вас. От всей души, от всего сердца желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет насыщенной и яркой. Пусть она будет наполнена цветами и улыбками. С праздником!